Но анализ ситуации с распространением штамма омикрон за рубежом, а также проявляющаяся тенденция его выявления в столичном регионе и в ряде других регионов страны свидетельствуют о достаточно высокой, по различным оценкам, от 3 до 7 раз контагиозности этого нового штамма. Сейчас уже у нас выявлено, и мы видим в системе, 698 случаев. Большая часть этих случаев приходится на московский регион, и мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма. Поэтому мы предполагаем, что при такой контагиозности показатели заболеваемости и выявляемости новой коронавирусной инфекции могут быть кратно превышены.